Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин назвал некоторые страны, которые не рекомендуют ехать в отпуск казахстанцам. Это Мадагаскар, Бразилия и Конго. По данным Министерства здравоохранения, в Мадагаскаре ежегодно регистрируется 1000 случаев легочной чумы. В Бразилии зафиксированы денге, эбола и желтая лихорадка. Также заболеваемость эболой вышла из-под контроля в Демократической Республике Конго. При планировании поездок рекомендуется посетить сайт ВОЗ или Комитета по контролю за качеством товаров и услуг. Там есть сведения о тех заболеваниях, которые регистрируются в стране посещения. При выборе тропических стран следует получить необходимые прививки. Также в Минздраве просят обратить внимание на продукты и воду, которые покупаются во время отдыха. Стоит отдать предпочтение бутилированной воде и термически обработанной еде. Между тем, в Казахстане в течение лета также есть риски. Мы должны помнить о своих природных очагах заболеваемости. Это в первую очередь, вы знаете, чума. Это южные, западные регионы нашей страны. Это Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Это Туркестанская, Кызылординская и Жамбульская области, где тоже имеется высок риск заболеваемости –